Вот это потрясающая куртка. И это не просто куртка, это жакет «Осеннее рандеву». И у нас для вас припасено 5 цветов на выбор. 2499 рублей цена только сегодня. 1300 мы экономим. Знакомьтесь с цветами. Этот цвет называется «Сливочный». Светло-светло-бежевый у нас. Дальше. Яркий синий василек. Есть у нас такой цвет электрик, я бы даже сказала. Ой, какая прелесть! Без классики никуда. Это черная расцветка. Но в компанию мы можем предложить темно-синий, как альтернатива. Смотрите, как эффектно смотрится. Вот они, 4 цвета на выбор. Но у нас... Есть у нас 5-й цвет, он станет для вас сюрпризом чуть позже. А сейчас давайте рассмотрим яркий синий васильковый цвет на нашей модели Нади. Тем более, что вот за что я люблю такие куртки. Их можно носить и с брюками, и с джинсами, и с платьями. Посмотрите, вот вам прекрасный вариант на яркую осень. Цветочек. Цветочный принт на платье, самый модный сейчас, и яркая синяя стеганая куртка поверх. Слушай, подожди, а это не кожаная разве куртка? Нет. Она смотрится как будто кожаная, знаешь, такие ромбики, застроченные, очень модная, очень стильная. И вот он, 5-й цвет. Красный, страстный, любимый цвет самых активных женщин. 2499 рублей. Посмотрите, насколько эффектно сидит на фигуре. У нас есть размеры от 50 до 60. Экономив 1300 рублей. И, конечно, кулон. Вот наша модель Люба надела на себя кулон, чтобы продемонстрировать ваш подарок. Тем более, что, вот ты знаешь, Оль, все-таки эта куртка действительно выглядит, она как кожаная. Но на самом деле это вискозное полотно, GRC вообще-то это. А вот с такой вот стежкой декоративной. И благодаря этому фактура получается такая немножко поблескивающая. Смотрите, под кожей у нас здесь такая вот выделка с вами. Но курточка на самом деле легкая, приятная. Посмотрите, мягкий жакетик, который можно носить даже просто на белье. Ой, да ты что? Конечно. То есть мы надеваем, на, например, на футболочку, вниз, на маечку и носим жакет «Осеннее рандеву». Это удачное предложение сегодняшнего дня. Действует цена 2499 рублей только до 12 часов ночи 1 сентября. 1300 экономия. Слушай, подожди, Лер, так у нас получается еще и разъемная молния? Конечно, сквозная абсолютно у нас молния. Полностью расстегивается, соответственно, носить можем и вот так вот поверх. И, кстати, носить можем и не только с платьем, не только с легкими какими-то вариантами, но и с более теплыми, с каким-то свитерочком, с водолазкой. Вот, например. Это очень здорово. А еще я обратила внимание, что у нас не только металлическая молния, которая такая золотистая, очень красивая, у нас еще и буквально обалденный пуллер. Да, посмотрите, какое у нас украшение идет на застежке. Ты знаешь, вот как будто это драгоценное ювелирное красотища. Оль, ну ты знаешь, на самом деле я тебе должна сказать, что вот такая модель, она к нам пришла от классического жакета, придуманного в свое время Коко Шанель. Смотри, вот он, укороченный жакетик с круглым вырезом, но модифицированный в более модную сейчас модель. Сейчас в моде спорт-шик, соответственно, вместо пуговичек добавляем молнии такие яркие, контрастные, добавляем молнию на карманчики, все, получаем моднейшую вещь. Слушай, я не рассчитывала, что здесь по карману настоящий полноценный. Думала, ну, вшили молнию для красоты. Нет, это карман. Причем сейчас я выверну наизнанку. Не знаю, Лер, как хотите, но мне важно докопаться до истины. Вы посмотрите, вшита молния. Качественно вшита. И что, она в то же время тоже золотистая. Вот, качественно и абсолютно идеально. Сейчас выверну все наизнанку. Я не боюсь, потому что качеству мы уделяем огромное внимание, чтобы вы были довольны покупками. Это карман изнутри. Представляете, как качественно он исполнен. Но на самом деле мы-то, конечно, этому не удивляемся, потому что мы действительно отбираем для вас лучшие предложения. И, конечно же, предлагаем вам полные готовые образы. Давайте еще раз посмотрим, как мы можем сочетать этот жакет. Подбираем осенние образы. Итак, на нашей Любе жакет
красного цвета. Она сочетает его с брюками Сияна. Они у нас в одном цвете, в черном. И полуботинки Юлиана. Вот такие у нас красивые, со стразиками ботиночки. Если вам близок такой образ, пожалуйста, можете его забирать прямо сейчас. А еще выгода, если вы забираете жакет «Осеннее рандеву», например, с полуботинками Юлиана, вы получаете бесплатную доставку. Идеальное решение на осень. Мне очень нравится расцветка, вот этот синий василечек, такой красивый цвет. Ну а сочетаем мы его с платьем «Зимний сад». Причем, посмотрите, вот один из примеров, как сочетать цвета. Платье у нас бирюзовое, но на нем есть небольшие такие вот вкрапления такого яркого синего, да, на цветах, вот на контрасте. И мы добавляем жакет такого синего цвета, подчеркивая, еще больше у нас, еще глубже становится цвет бирюзы, и яркий синий к нему добавляем. А, Олечка, я предлагаю тебе тоже примерить, потому что вот к твоему платью тоже прекрасно подойдет этот жакетик. Так. Но, ты знаешь, я думаю, что тебе нужно светлый примерить. Слушай, ну я примерю, конечно, единственное, это не мой размер. Не твой размер, Я, наверное, утону, но ничего, давайте посмотрим хотя бы для того, чтобы понять, как цвет будет выглядеть. Да, мне нравятся молнии, мне нравится вот этот эффект кожи стеганой, очень красивый. Мне нравится, что есть молния и на карманах. И очень нравится скидка и цена, девочки, 2499 рублей. Это реальная возможность сэкономить. Вы получаете жакет «Осеннее рандеву». Это и мини-курточка, это и шанс сэкономить и свой гардероб дополнить идеальной вещью. Ну и посмотрите, как красиво на самом деле смотрится молочный цвет в сочетании с платьем синего оттенка, такого чуть-чуть приглушенного, и цветы у нас там чуть-чуть такие перекликаются именно с этой курткой. Вот, кстати, прекрасный пример, когда на осень можно и светлые оттенки для себя выбирать. Жакет – это удобный элемент гардероба, который нам необходим круглый год, и это молочный цвет. А какой понравился цвет вам? Ведь у нас есть 5 цветов на выбор. 2499 рублей цена только сегодня.